Альянс не сдается. Настоящая битва впереди. Не все заслуживают доверия. Я помню. Я все помню. С Джайной нужно срочно поговорить. Наш путь не будет легким. Так, с чего начать? Обитатели этого мира называют его утробой. Как я поняла, он служит тюрьмой для самых нечестивых душ во всем мироздании. Что-то изменилось. Теперь здесь заточены чистые благородные души, и они кричат от боли. Верно. И так же, как и нам, боль им причиняет Сильвана Ветрокрылая. У нее появился могущественный сообщник. Тени шепчут о некоем тюремщике. Тюремщик правит этим местом. О нем мало известно, но мы явно заинтересовали его. Он лично наблюдал за нашим заключением. Мы пережили нескончаемые муки. Временами казалось, что он испытывает нас. Хотя не знаю зачем. Что бы тюремщик с Банши не задумали, для нас это кончится плохо. Одна искра пленников может сжечь. Я видела Бэйна и Андуина каждый раз, когда сбегала. Они живы. И это все, что я могу сказать точно. Но я так и не нашла выход из утробы. Мне удается переместиться лишь на короткие расстояния. Кажется, отсюда не сбежать. Сюда прибывают бесчисленные души. Но некоторые пробыли здесь уже много тысяч лет. Наверняка кто-то из них знает путь наружу. Трудно представить, какие ужасы пришлось испытать этим духам. Боюсь, их уже не спасти. Они принимают облик злобных теней, скрывающихся в темноте. Не думаю, что они захотят нам помогать. Рыцари Черного Клинка знают, как заставить мертвых говорить. Если нам удастся поймать тень, мы выведаем ее тайны. Понятно. Понятно. Я сделаю все, что смогу. Ни хрена не понятно. Всех нас преследуют призраки.